Всем привет, мои хорошие! Сегодня у нас обзор натуральной уходовой косметики от Ви Косметикс. Ура! Пришла посылочка от Ви Косметик. Сейчас будем распаковывать, смотреть, что же там интересного. Открываем посылочку. Так, и что тут у нас сверху? Что это у нас? А, это просто переложено. Да? Это просто переложено бумажкой, чтобы все было плотненько. Как все запечатано, слушайте. Прям вот добротно. И плотная такая пленка, полиэтилен, да, и внутри еще бумажкой. Так, здесь у меня 4 продукта. Я уже не помню, какие. Сейчас мы развернем с вами и посмотрим. Я их пару дней потестирую, все эти продукты, и потом вам обязательно расскажу свое мнение. Так, тут у нас прилипла брошюрка какая-то. Так, пошуршим. Сейчас, подожди, Ксюша. Так, это у нас вот Ви Косметик, смотрите. Сайт, как называется, инновации на службе красоты. Это натуральная тоже косметика, очень классная. Вот, видите, адрес сайта, можно полазить, посмотреть. Вообще, я там прям заблудилась, мне очень понравилось. Биобальзам регенерирующий, это бестселлеры, да, у нас тут мусс энергетик с лифтинг эффектом, шугаринг, баттер для ног, мусс маска, осветляющий крем с SPF, бальзам шоколадный для губ, витаминный ойл, комплекс активатор роста ногтей. Брошюрка интересная, здесь много всего. Так, что у нас тут? Топ-4 продукта. Вот они. Еще что у нас? Бестселлеры, крем-уход за грудью. Так, и тут у нас бифидо косметика. Да, 40+, 50+, дневной уход 30+. В общем, классный натуральный уход. Мне прям не терпится вот это, если честно, все протестить. Вот еще хиты продаж. Это прям гид по сайту, чтобы вы не заблудились, да? И видели, что на самом деле пользуется популярностью. Это российский, да, производитель натуральной косметики. Ови Косметик. Вот здесь все данные. Первый продукт у нас экспресс-маска для кожи вокруг глаз. Устраняет отечность, освежает взгляд. Очень интересно, будем тестить. Так, а дальше? Дальше. Второй продукт. Это у нас энзимный пилинг для всех типов кожи. Очищение, тонус, регенерация. Пилинг я сейчас очень люблю. Смотрите, как все запаковано. Так здорово. Подробная инструкция на крышечке. Так, дальше нам понадобятся ножницы. Это прям упаковано от души. Так, еще один продукт. Это у нас экстра скраб. Смотрите, как он выглядит. Очень интересно его будет потестить. Так, и последний продукт. Это двухфазный спрей для волос. Для окрашенных сухих волос. Пока я тут его распечатала, уже весь сболтала. Против выпадения, восстановление, защита. Интересно, такой мини-формат. Запах, знаете, такой натуральный, скажем так. Что-то напоминает, не пойму, что. Но в процессе тестирования, я думаю, все мне станет понятно. У меня уже было достаточно времени протестировать все эти продукты. Девчонки, я в полном восторге. Это такой состав, что, вот, ну, мне кажется, никто не может остаться равнодушным. Это, во-первых. Во-вторых, там очень бюджетные цены. Да, вот эту брошюрку я вам уже показывала. Она, к сожалению, без цен, но вы можете зайти на сайт и почитать. И все почитать. Действительно, бюджетные цены для натуральной уходовой косметики. Давайте приступим, наверное, к экспресс-маске для кожи вокруг глаз. Вот как она выглядит. Я сейчас все покажу поближе. Девчонки, это такая плотная консистенция, которая слегка пахнет кокосиком. Вы знаете, действительно, как какое-то вот пюре. Действительно, пюре. Но тут и состав такой. Я в дичайшем восторге вообще на самом деле. 2 раза применяла уже эту маску на коже вокруг глаз. Это универсальный препарат с активными молочными пребиотиками. Так, 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 состав сейчас покажу вам поближе. Подтягивает кожу вокруг глаз, выравнивает цвет, мгновенно улучшает внешний вид, питает кожу витаминами, минералами, приятный лифтинг-эффект. Состав препятствует возрастному ослаблению кожи, да, это важно. Кстати, борется с отечностью, уменьшает темные круги под глазами и гусиные лапки. Ну, просто вообще уникальный, уникальный продукт. Я такого еще не пробовала. Запахи все натуральные. Я все эти продукты храню в холодильнике. Вот здесь на баночке не написано, что он хранится в холодильнике, но я все равно его храню в холодильнике. Сейчас покажу вам поближе. Вот так выглядит баночка. Действительно доступная цена. И вот состав, смотрите, это вообще просто шок. Пюре картофеля. А картофель, кстати, у нас синяки под глазами-то очень хорошо убирает. Тыквы, капусты, вода с ионами серебра, каолин, отруби, пентавитин, я не знаю, что это такое, пектин и ксантановая камедь. Морская соль, молочная кислота, сливки, масла, сои, пальмы, зародыши пшеницы, рыжиковая фруктоза, экстракты, облепихи, огурца, медуницы, пищевой консервант. Вы представляете?
Я наносила по инструкции, минут на 10-15 смывала водой. Потрясающе. Срок годности здесь 12 месяцев. Я храню у девчонки в холодильнике. Так, сейчас открою, покажу вам, как выглядит продукт. Вот как он выглядит. Это действительно такая, как пюрешечка. Вот как выглядит продукт на руке. Пюрешечка. И вот так при разнесении. То есть это такая неоднородная текстура, да? Но натуральные текстуры редко бывают однородными. Девчонки, мне очень понравился этот продукт. Я прям пользуюсь большим удовольствием. Вообще супер. Следующий продукт, который хочу показать, это у нас энзимный пилинг. Называется папайя для всех типов кожи. Вот так выглядит баночка. И вот так выглядит сам продукт. Такая, знаете, коричневая кажется пюрешкой, она действительно пахнет папайей. Вообще просто потрясающий запах. Мне безумно нравится запах папайи и манго в продуктах. Глубоко бережно очищает поры, выравнивает, шлифует кожу, не вызывает шелушения. Это все правда. Осветляет пигментные пятна. У меня их нету, но я думаю, что он с этим справится. Регулирует действие сальных желез, устраняет последствия акне и прыщей, целенаправленно воздействует на все виды морщин. Подходит при склонности к куперозу. Девчонки, у кого проблемная кожа, присмотритесь. Все продукты, которые сегодня буду показывать, мегабюджетные. Наносим на очищенную кожу, как и любой пилинг, оставляем на 10-20 минут, мягко массируем, смываем теплой водой. Вот и все. Вот этот продукт уже написано прямо на баночке, что хранится в холодильнике. Я его там и хранила. И сейчас покажу вам поближе. Здесь 60 мл по эффекту, девчонки. Мне понравилось. Это мягкий домашний пилинг. Он подойдет даже для чувствительной кожи. Пощипывание может быть есть совсем-совсем легенькое в Т-зоне, то есть где больше всего у нас проблем. Он действительно очень деликатный, и кожа после него, знаете, такая скрипящая, действительно очищенная, действительно поры, скажем так, менее заметны. Может быть, они и не сужены, но они очищены. Девчонки, по составу минеральная вода, масла облепихи, зародыши пшеницы. Так, это что такое, не пойму. Ши, масло ши, каолин, сок каланхоя, так, папин, пептиды, пектин, экстракт ромашки, гинка белоба, пчелиный воск, эфирное масло лайма, бергамота, апельсина, витамин Е, цитрат серебра. Вообще потрясающий состав, просто бомба. Вот как выглядит сам продукт. Знаете, похож по консистенции на детскую фруктовую пюрешечку. Пахнет потрясающе. Натурально, ни одной химозной ноты. Вот как он выглядит на руке, да? И вот как он выглядит при распределении. Вы, наверное, уже знаете, я любитель более жесткого ухода за своей кожей, но этот пилинг мне понравился безумно. Он такой классный, деликатный, работающий, что самое главное. Так что, девчонки, советую присмотреться к нему на сайте V-Cosmetic. Следующий продукт, который хочу показать, это Extra Scrub. 2S он называется. Sea Salt предназначен для общего оздоровления, укрепления защитных свойств кожи тела, нормализации обмена веществ, выведению шлаков и токсинов. И состав у него тоже потрясающий, идеален для людей, впервые пользующихся косметическими скрабами. То есть это тоже натуральный, такой нежный уходовый продукт. Выглядит он вот так, не очень красивый цвет, скажем так, и такая кашица интересная, но он здесь много действительно частиц. Тут в составе морская соль и есть такие мелкие полирующие частички, они все разных размеров. Мне безумно понравилось, как он работает на коже. Сейчас покажу вам все поближе. Девчонки, вот информация и состав. Морская соль, измельченная чага, зеленая глина, каолин, кедровое масло, шунгированная вода, экстракт коры дуба, крапивы двудомной, хвоща полевого, эфирное масло чайного дерева. Представляете? Супер! Вообще потрясающе. Вот как выглядит этот продукт. Не очень лицеприятно, но на коже эффект бомбезный. При распределении по коже видны и белые частички, это морская соль, я так понимаю, и такие темненькие, это, наверное, морская чага. Вы видите, их довольно много. Кожа после этого скраба просто лоснится и потрясающе мягкая. Так что, девчонки, кто любит скрабирование, и в том числе, кто ходит в баню, я знаю таких много, очень подойдет вот этот продукт, советую присмотреться. Здесь 330 грамм и тоже очень бюджетная цена. Скраб великолепный. Вот, мне кажется, лучше я не встречала. Лучше я могу делать только сама, да? Из остатков от заваренного кофе я делаю себе скраб, добавляю туда гель алоэ или какой-то еще гель, да? Но вот это вообще супер. И последний, четвертый продукт от V-Cosmetic. Это у нас двухфазная сыворотка для волос против выпадения, восстановления для окрашенных сухих волос. Тоже очень понравился девчонке эффект на самом деле. Но я не понимаю, почему она двухфазная, потому что она у меня стояла, да, в течение суток, пока я ее второй раз не воспользовалась. У меня так и не выпал осадок, она вот вся вот такая вот целиком мутненькая. Поэтому вот двухфазности я здесь не увидела. Ну вот честно. Запах очень натуральный. Есть цитрусовые нотки, но и есть
Вы знаете, натуральных вот масел, экстрактов какой-то вот, он не очень приятный, но это натуральный продукт. Но вот, может быть, для кого-то это будет отпугивающим моментом. Нет, он быстро выветривается. Здесь есть цитрусовые нотки, но и вот какой-то такой вот прям натуральный-натуральный. Так, что у нас здесь по Вот, составу? девчонки, как выглядит бутылочка. Кстати, вот этот распылитель очень классный. Достаточно немного продукта, то есть не переборщите. Но волосы он не утяжеляет, по крайней мере, мои. Состав. Вода деминерализованная, экстракт чаги, хмеля, гречихи, алтея, отвар мати мачехи, гидролат календулы, масло персика, мед, растительный глицерин. Ой, господи, депантенол, фруктовый сок, фокус. Одумался. Депантенол, фруктовый сок, эфирное масло грейпфрута и лаванды, калия, сорбат. Вообще состав потрясающий. Вот такого цвета этот спрей. Вроде как осадка не имеет. Я тоже его храню в холодильнике, девчонки, потому что такой натуральный состав. По эффекту волосы разглаживает, да, делает их мягкими, да. Я бы даже сказала, что запаивает кончики. У меня сейчас волосы здоровые, девчонки, мне даже вот нет моего сухостоя, все состригла, где могла протестить. У ребенка волосы очень длинные, практически по пояс, и кончики путаются жутко, и вообще все волосы в целом, поэтому я и на ней тестировала. Облегчает расчесывание однозначно, волосы выглядят более здоровыми, блестящими, напитанными. Мне очень понравилось. И расход у него минимальный. Действительно, там пару-тройку нажатий хватает, чтобы распределить по всем волосикам, даже вот так вот расчесочкой пройтись. Но я в основном на кончике использовала, хотя написано, что по всей длине волос. Вот. Вот такие Пожалуйста. Интересные продукты сегодня мы с вами обозревали от V-Cosmetic. Мне безумно понравились все 4. Ссылочки полезные все оставлю под видео на сайт. Проходите, ознакомливайтесь. Я настоятельно рекомендую. Прям в диком восторге. Ну и на этом все. Если видео было вам полезно и понравилось, обязательно ставьте лайк. Мне будет очень приятно. Я с вами прощаюсь до следующих видео. Всем пока-пока.